Продуктовые магазины готовятся к новогоднему ажиотажу, однако в этом году просто завести достаточное количество ингредиентов для селедки под шубой и оливье мало. Опасность заражения коронавирусом диктует свои условия, которые понемногу начинают внедряться в супермаркетах Ульяновска. Если, например, на каждой кассе стоят по 3 человека, у них есть разметки, чтобы 1,5 метра друг от друга, друг друга не прикасались. Мы продлили режим нашей работы магазина на 1 час, это будет действовать с этой пятницы, с 25 декабря, и увеличили количество открытых касс. Как вы видите, очередей у нас на данный момент не наблюдается никаких, и, надеюсь, это продлится до самого Нового года. Кроме разметки, бесплатных перчаток и масок, принято решение, что с 25 декабря сбудется мечта большинства клиентов супермаркетов. Будут работать все кассы. Поэтому очередей в идеале не предвидится. Однако сотрудники магазинов просят покупателей соблюдать перчаточно-масочный режим и социальное расстояние. Времени хватит, товаров тоже. Хватило бы денег. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.